центре традиционной культуры города Каспийска в преддверии праздника Дня народного единства прошли мастер-классы по ковроткачеству, изготовлению национальной одежды для кукол и чесанию шерсти. Это древнее искусство создания текстильного волокна из слоев шерсти одинаковой толщины при помощи специальных расчесок. Участвовали в мероприятии волонтеры при центре традиционной культуры из числа студентов Каспийского колледжа машиностроения и сервиса имени Серго Орджоникидзе. Потомственные мастерицы Мисюме Агасиева и Назира Нурова обучали ребят уникальной технике шитья национальных костюмов и секретам ковроткачества. Мастер-класс по чесанию шерсти провела Аминат Магомедова. Возрождение древних национальных ремесел – одно из самых приоритетных направлений Центра традиционной культуры Каспийска. Именно в народных промыслах кроется наша культура, передаваемая из поколения в поколение.